Добрый вечер, дорогая Дивна, наши сербские друзья. С праздником вас, православные. Вчера был строгий день, постный день сочельника. Ну а сегодня, вы видите, мы находимся в христианском аквапарке. И поэтому сегодня мои размышления, они будут о воде. Вода, о которой мы сегодня говорим, которую освящали, это вода мифа, это вода религиозной мысли, это не та вода, которую поставляет Лент-водоканал, и не та вода, над которой ставят эксперименты на уроках химии, и чья формула, как известно, звучит H2O. Вода мифа – это удивительная вещь. Посмотрите, что такое вода. Вода – это такая живая текучая диалектика. Без воды жизнь невозможна. Но если кругом только вода, то эта вода становится смертью. Мы самую, может быть, главную часть нашей жизни проводим в водной среде, плаваем в околоплодных водах, в утробе матери своей. Но если ребенок не найдет выхода из этого своего первого аквариума, водного мира, то он потеряет жизнь, а может быть, и его мама вместе с ним. Вода, с одной стороны, удивительный символ послушания. В какой сосуд нальешь воду, такую форму вода и примет, а своей формы у нее нет. Вот такое видное послушание. Но вода – это и образ бунта, потому что вода уничтожает все, размывает все. Вода сокрушает гранит, сдвигает острова, континенты. Так что вода – это и образ и бунта, и послушания, и жизни, и смерти. И вот в религиозное сознание оно пробует с этими смыслами научиться жить. И перевести воду из какого-то опасного состояния, смертоносного, от воды мертвой, перевести эту воду в воду живую. Вот посмотрите, когда мы впервые встречаем на страницах Библии упоминание о воде. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою. Вот это вот вода первого дня. Это, конечно же, опять говорю, не H2O. Вода – это агрегатное состояние бытия в данном случае. Это некое стояние на границе бытия и небытия. Если русский язык знает только одну отрицательную частицу «не», то греческий язык знает их целых две – «мэ» и «у». «Мэ» – это частичное отрицание, «у» – полное. И вот от «ук-она» в «мэ-он» – первый акт Божьего творения. «Ук-он» – это полное небытие, полное ничто такое философское. А мион – это такое же мионическое бытие на грани. Это уже некая чреватость жизнью, бытием. И вот из небытия Бог создает некое полубытие, которое готово откликнуться на Его зов, которое послушно перед лицом согревающего Его Духа, и мир готов к дальнейшему развитию. Это очень важно для библейской картины мира. Дело в том, что очень многие архаичные религии считали, что вода – это образ хаоса. И поэтому в глубине вод помещали водных драконов, такие акватические чудища. И вот с ними, с этими богами и чудищами морского хаоса, с ними борются некие боги неба, как это происходит, например, в шумеро-вавилонской мифологии. И если в этих мифах, древних восточных мифах, околобиблейских народов, если там эта борьба была главной и чрезвычайно тяжелой для Бога, то для Бога Библии вода послушна. Он и повелевает, и она очищает от себя, дает возможность суши и жизнь. Повелевает ей Бог, и в воде появляется жизнь. Вот это мир послушания. Но затем что-то ломается в библейском мире. Появляется грех, и он касается всего мира.
И вот поэтому возникает новый религиозный сюжет, как вернуть Богу послушание созданного им мира, как вновь сделать так, чтобы все стихии мира, и воздух, и вода, и земля, и огонь, чтобы они все сочетались в космосе, а не разрывались в энтропийном разбегании, неся смерть и самим себе, и тому, что из них было на время соткано. Вот это и есть главное назначение любого религиозного ритуала. Сделать так, чтобы наш вот с вами космос, тот мир, который был знаком нам, стал бы открыт для Бога, чтобы он был пронизан новыми и не космического происхождения энергиями. И тогда вечность войдет во время, тогда Творец соединится с Тварью и свои возможности передаст миру, а значит и нам. Вот об этом, по сути, и молится Церковь в этот день освящения водной стихии, а не просто той или иной баночки с жидкостью. Святи крепкий, святи бессмертный, помилуй нас.
бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков.
вместе херувимской песни, которая здесь. Мы будем петь тропар святому великомученику Димитрию, потому что здесь, вместе здесь, в зале, был когда-то храм, посвящен святому Димитрию. Это будет тропар святому Димитрию, гласа третьего распева сербского. Батьняче,
se rodio, u pećinu spustio, da svud ljubav poseje i o zemlje ogreje. Mili srpski padnjače, ti naš stari rođače. Padnjače, ну, кто о чем, а я по-прежнему про воду. Вода, она бывает мертвая и живая. Это мы с детства помним. Так вот, что удивительно, когда человек приходит креститься, или когда начинается водосвятие у проруби в эти дни, то вода, с точки зрения церкви, это мертвая. В кричальной купели или в проруби. Это мертвая вода. И не случайно священник говорит странные слова, окуная в эту воду свои персты крестообразно сложенные или сам крест. «Изжени, Господи, всякого змея, гнездящегося здесь». «Изжени» значит «изгони». Кстати говоря, я советую, если вы будете бывать в китайских или японских, корейских ресторанах, обязательно эту молитву произносите в такой формуле: «Изжени, Господи, всякого дракона, гнездящегося здесь». Их там больно много, этих драконов. Так вот, этот змея батюшка видит не потому, что он вчера хорошо праздновал, и не потому, что белочки вокруг него бегают, нет, а потому что действительно вот в языке религиозной мысли вот эта вот вода такая хаотическая, разрушающая, но она должна стать живой. И живой она должна стать не сама по себе, а по нашей молитве и по милости Божией. Вода святая в двух смыслах. Есть смысл ветхозаветный. Святой означает отделенный. В еврейском языке буквальное значение этого слова именно таково. То, что выделено в удел, то, что изъято из обычного употребления и обращено только к Богу. Вот суббота, день святой, или народ Израиля, народ святой, не в том смысле, что он лучшее свершение, чем его соседи, но у Бога свой замысел об этом народе, и народ Израиля должен этому замыслу Божию соответствовать. Как писал Владимир Сергеевич Соловьев, русский философ, национальная идея – это не то, что народ думает о себе во времени, а то, что Бог задумал об этом народе в вечности. Это вот такое ветхозаветное понимание святости. В Новом Завете на это понимание, не отменяя его, но расширяя, налагается и другое понимание. Свято то, что соединяет с Богом. Не, то есть в Ветхом Завете свято то, что отделяет от профанного мира, а в Новом Завете свято то, что соединяет, соединяет с Творцом. И соединяет не просто мыслью человека, не просто субъективно в его убеждении, а оказывается, Бог частицу, некую толику себя благодатную уделяет этому кусочку своего творения, и поэтому это творение становится больше самого себя. Вот это очень дорогая для христианского сознания мысль, и против нее бунтует много чувства и убеждений современного человека. Так много людей говорят, что у меня Бог в душе, мне не нужны эти обряды, эти христианские церковные обряды, они лишены смысла и так далее и тому подобное. Но посмотрите, если вы внимательно вчитаетесь в Евангелие, есть там один эпизод очень необычный. Слепой человек, слепой от рождения, подходит ко Христу, просит об исцелении. Ну, как вы понимаете, для евангелистов Христос, описываемый ими, это тот, кому достаточно одним словом сотворить мир, тем более исцелить человека или создать его. И, казалось бы, Христос мог бы сказать: «Исцеляю тебя, иди». Нет, этого не происходит. Христос между этой просьбой об исцелении, реальном исцелении, производит некое внешнее материальное действие. Он берет пыль с земли, в этот прах пыль плюет, делает какой-то комочек грязи, и этот комочек грязи вставляет в слепые пустые глазницы этого слепорожденного человека. И потом уже из этой грязи создаются новые глаза, и человек уходит. А можно было бы вроде бы просто сказать. Что делает Христос? Что такое слюна? Вот плевок, да? Это ведь некий материализованный образ дыхания, духа.
Прах, который взят с земли, это тот прах, согласно которому на первой странице Библии повествуется, что из праха созданы наши тела. А затем же в той же Библии поясняется, а как человек творится в два этапа. Из праха, из земной материи наши тела, а вот наша душа от дыхания Божия. И вдохнул Господь дыхание свое, дыхание жизни в лицо первозданного человека. И вот слюна – образ дыхания, прах – ну, прах. То есть, получается, Христос воспроизводит некий ветхозаветный образ создания человека впервые. И это вот история с этим слепцом в Евангелии – это история воссоздания всего человека. И много других мы можем найти в Евангелии эпизодов, когда Христос исполняет сам обряды, начиная от обрезания, принесения его во храм, сретения потом. Тайная вечеря, в конце концов, она же ведь тоже совершается по определенному уставу, по обычаю иудейской пасхальной трапезы. Христос не был бунтарем против тех традиций, которые были в его народе. Он бунтовал против тупого фарисейства, это правда. У него был конфликт с определенной частью духовенства, это правда. Но он не бунтовал против как таковой ветхозаветной традиции и древнего еврейского закона. Поэтому и христианин, при всей, конечно, вот красивости и увлеченности нашего сознания идеи революции, разрушения до основания, а потом, должен помнить, что все-таки есть правда, религиозная человеческая правда в послушании, в следовании определенному религиозному закону, церковному уставу. Оказывается, человек – сложное существо, и внутреннее без внешнего быть не может. Тот говорит, давайте обойдемся без условностей. Ну, давайте, попробуйте. Попробуйте объясниться с девушкой в любви без этих условностей. Попробуйте убедить девушку, что вы ее любите, и при этом никогда ей не звонить, не посылать смс-ок, не говорить ей слов любви и не совершать этот совершенно антиэкологичный обряд срезания и дарения цветов вашей любимой. Жизнь человека, она полна таких символов и обрядов, вплоть до обряда защиты кандидатской диссертации. И тот, кто хоть минутку задумывается над любым из этих обрядов, поймет, они осмыслены. И вот очень важно уметь видеть эти смыслы. А Господь, Он кроме этих смыслов, вот Он умеет через наше человеческое передавать еще и свое божественное. Обряд – это то, что обряжает своей культурной плотью. Обряд обрежает то, что приходит из-за пределов культуры и из-за пределов космоса. И вот поэтому и христианин, даже вот в этот день, приобщаясь к святой воде, он уповает на то, что вода, которую я вот сейчас употребляю после освящения, освящение церковью, вновь говорю, а не лен водоканалом. Я надеюсь на то, что эта вода, она мне дает больше, чем утоление физической жажды, а христианин уповает на то, что через эту воду и благодать Духа Святаго прикасается и к его телу, и к его душе. Может быть, этого недостаточно для спасения, просто взять и выпить этой водички. Но зачем же быть максималистами? Все или ничего? Потому что выбор по принципу «все или ничего» в нашей истории обычно оставляет победу за ничего. Поэтому понемножку, освещая мир и освещая свою жизнь и себя, потихоньку можно прийти к полноте веры и жизни во Христе. See you.
Сиазити возплещите руками, руками, яко Христос избавитель есть с нами, яко Христос избавитель есть с нами, бо видмеем юдейским родися, родися, яко отрок пеленами повисия, яко отрок пеленами повисия. Его цели так свиряют, свиряют. Хвалу Богу рожденному воздают, хвалу Богу рожденному воздают. Мудрый Аси от востока придоша, придоша. Злато ливан со сминою дадоша, злато ливан со сминою. Sego radisni de slavo prevječno, prevječno, da sopružit sja i doli konečno, da sopružit sja i doli konečno. I podivnec ja sila ih vopreki, vopreki, da carstvujet Hristos Bog naš vopreki. Это был тропар сегодняшнему празднику Крещения Господня. Это мы пели вместе композиции «Достойный ест».
Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison,